Ну да, тут намного меньше. Ты что, ебался? Короче, мы заруферили мост с легендами. Плохо видно немного, но виды на ночной, ну, на вечерний город замечательные. Мы сейчас, короче, находимся на самой верхушке моста. Вон. Я ставлю фотки, как днем выглядит. Чтобы вы примерно понимали. Да. Слушайте, нас видно с дороги. Там рабочие машины едут. Лягте. Там трактор едет, пацаны. Сейчас я пофоткаю лежа. То больше никак. Вот такой вот руфик небольшой. Мы сейчас будем уже следать, потому что тут ведутся работы. Прям при рабочих забросились. Надо выбрасываться побыстрее. Вот. Потом все.